Девочки, привет! А что вы делаете с лицом, что так молодо выглядите? Так, в первую очередь я хочу вам признаться, что нет никакого фильтра. И я во всех своих видео вообще с вами общаюсь, девочки, без фильтра. Жизнь с фильтром для меня не существует. Поэтому TikTok тем более. Итак, я уже делилась всеми своими процедурами, которые я делаю. Мои вы сладенькие девочки, во-первых, спрашивали мне про крем. Крем вот такой. Я всю информацию по поводу кремов скину. Здесь читайте. В первую очередь спросили мне крем. Каким кремом я пользуюсь ночь, день, какая у меня кожа. Девочки, кожа сухая. Вы видите, что у меня сухая кожа? А? Вы видите, что у меня сухая кожа? Нет? А? Обожаю этот крем. Ссылочку смотрите и не забывайте перед оплатой использовать мой код ALLA15. Я с удовольствием с вами этим делюсь. Девочки, дальше. Моя домашняя мезотерапия. Вот поэтому вы мне начинаете задавать очень часто вопросы. Ал, с кожей что делаешь? Ал, 56 лет, девочки. Смотрите близко. Посмотрите, посмотрите, девочки. 56 лет. Девочки, я вам говорю. Я использую это с ноября месяца. Хамеза с ноября месяца. Информация, что это, для чего это. Все здесь читайте. Я очень довольна после того, как я прошла 4 процедуры. Каждую неделю я делала, то есть 4 недели. 5-ю процедуру я делала через 2 недели. 6-ю процедуру я делала через 3 недели. И сейчас я с нового года, с января, делаю раз или в 3, сейчас, девочки, раз или в 3 недели, или в 4. Смотрите просто по состоянию. Хорошо? Итак, вся информация по поводу, как использовать, куда вводить код, я это все подробно рассказываю. Сейчас посмотрите до конца, и я сейчас вам сюда прикреплю мое видео, где я делала уже эту процедуру. И это видео будет очень вам полезно посмотреть, потому что вы реально увидите, не читая, хотя проспектики будут вот такие проспектики. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите, вот такой проспектик будет, да? Здесь все написано. Здесь написано, как колоть. Я понимаю, на английском. Поэтому, девочки, я вам подробно все говорю сама, как я это делаю. Всегда на примере, на живом примере это всегда очень-очень помогает. Если у вас, например, жирная кожа, девочки, заказывайте вот такой хамеза. Он называется Reset. Вот такой. Еще очень хороший Revive. Вот он такой будет. Сейчас, где коробочка? Только беленькая коробочка будет, девочки, на сайте. Вообще реально. Очень хорошо. Во-первых, основа под макияж. Для комбинированной кожи, вот белый хороший. Это для сухой кожи. Это для жирной кожи. Все они хорошие. Основа под макияж. То есть вы можете наложить крем, подождать, чтобы он впитался. И потом начинаете уже тональный, там пудрочка, у кого какой процесс идет. Да? Вот. А сейчас видео посмотрите. Полный процесс от начала и до конца. Я вам показываю, чтобы было очень ясно и понятно. Смотрите, вот очень все просто. Здесь даже все написано, девочки. Ну, на английском я понимаю, не все понимают. Вот. Открываем. Дальше. Что мы делаем? Вот. Вот. Девочки, видео не монтирую. Вот просто сразу вам все показываю. Вот. Открываем. Видите? Дальше. Открываю бустер. 3 миллиграмма здесь. Видите? Все. Открыла аккуратненько. Ну, вот так, видите? Теперь я переворачиваю вот сюда, видите, все видно. И как протолкнуть нам бустер? Вот, видите? Вот, все, и как укольчик прямо. Давайте я пальчики заберу, чтобы вам было видно. Вот так, давайте. Смотрите, как легко. Смотрите, видите? Все, полностью. Все, пузырьки пошли, пустой. Закрываем. Но видите, иголочки там внутри. Я ничего не открываю. Это все стерильно здесь.
Все. И вот потом крышечку мы будем открывать. Когда я протру личко. Окей? Я сейчас закалываю. Я протираю свое личико. Теперь переворачиваем, чтобы бустер пошел туда в иголочки. И начинаем работать с лобовой части. Никаких горизонтальных движений не делайте. Просто вот как будто бы печать ставите. Видите? Точечки. Не переживайте, что вам не хватит бустера. Он как раз хватает его на лицо, девочки, и еще хватит на шею. И мне еще хватает на руки. Под глазами не делайте. Я, по крайней мере, не делаю. Иголочки остренькие, абсолютно не болезненно. Девочки, когда закончите работать, обязательно прополоскайте в теплой водичке аппликатор. Потому что бустер имеет такую клейкую консистенцию, и иголочки будут забиваться. Если вы хотите второй раз использовать, мне многие говорят: Алла, иголочки не выходят. Не выходят, потому что вы плохо промыли водичкой. Подержите, а потом в спирте. И перед тем, как использоваться, в спирт обязательно. Ручки пошли. Видите, хватает и на ручки. На все хватает, девочки. Девочки, даже хватает на зону декольте. Я просто не хочу особо делать. Я делала неделю назад. Я делала видео. Так что не переживайте. 3 миллиграмма вам хватит на руки, полностью на шею, на зону декольте. Это реально оправдывает потраченные деньги. И как я ранее говорила, девочки, воспользуйтесь моментом. Покупайте на выходных, чтобы не платить за доставку. Как заказывать, я покажу вам в конце видео. Все, девочки, ждем 20 минут. Потом смываем и накладываем крем. Так, девочки, прошли 20 минут. Посмотрите, ой, даже волосы, видите? Все постягивало, немножко пощипывает. Вот точно так же, видите, на ручках. Вот так все постягивает, вот так будет пленочка прямо, покройтесь. Пошла я умываться и мазать кремом. Девочки, и что? Наносим сейчас и наносим крем на все обработанные наши части. Угу. Все, девочки, получаете удовольствие от проделанной работы, от результата.